Мисс Россия в Петербурге. В любимый город на несколько дней вернулась самая красивая девушка страны. София Рудьева, и в эту среду мы начинаем вместе. Приехала София по делам. С самого утра и до вечера у нее фотосессии. Спасает только крепкий кофе и друзья, с которыми давно не виделась. Кстати, съемки в Петербурге редкость. В родной город мисс Россия старается приезжать на выходные, чтобы просто погулять с близкими. Хотели прогулять по летнему саду, вот в районе центра, по Невскому. Ну, может быть, да, ходить с друзьями куда-нибудь. Или уезжать за город, если хорошая погода, на залив, солнечное, это лучшее место, по-моему, на Земле. Работает София в Москве. Большую часть времени уделяет благотворительности. Впрочем, делам посвящена только вторая половина дня, а первая – самосовершенствованию. В 9 утра английский, потом занятия йогой и бассейн.